Инспектор по делам несовершеннолетних Ольга Рузанова из Ульяновского района регулярно контролирует подростков на учете. Как она отмечает, чаще всего молодежь до 18 оказывается в такой ситуации за вождение без прав и употребление алкоголя. Так Никита Вериялов из поселка Тимирязевский уже около полугода находится под надзором полицейских за неудачную прогулку в декабре прошлого года. Решили выпить пиво с друзьями после техникума. И не перешел не в положенном месте дорогу. Было, лень идти там, грубо говоря, 500 метров. И я решил сократить. В это время ехали сотрудники ДПС, я их не заметил, как был без очков. И почти уже перешел дорогу, встал на обочину, и ко мне подъезжают сотрудники ДПС. Сотрудники госавтоинспекции учуяли запах алкоголя и передали подростка в ближайший отдел полиции, где его поставили на учет. Теперь до сентября он будет находиться под особым контролем полицейских, которые посещают его примерно раз в месяц. Опасна постановка на учет и долгосрочными последствиями. Например, могут возникнуть проблемы при поступлении в некоторые университеты, где будет нужна характеристика, в которой непременно будет информация о досадной ошибке. Контролируют полицейские и родителей, стоящих на учете. Родители попадают на профилактический учет в отделении полиции за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в отношении своих детей, употребление спиртных напитков и так далее. То есть у нас тоже проводятся отдельные мероприятия, мы посещаем данные семьи, проводим с ними профилактические беседы. Также инспекторы по делам несовершеннолетних раскрывают преступления, совершенные детьми и подростками. Проводят мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений. Родительские собрания, групповые, индивидуальные беседы и многое другое. Юлия Адамова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.